Всем привет, всем воскресенье, с вами Анирель. И на очереди, наконец-то, последний черный дракон, который на самом деле самый легкий из всех. Итак, нам потребуется, во-первых, леден, потому что танковать все еще придется, несмотря на то, что после того, как зачистится весь трэш, он будет не нужен. Леон, конечно же, если он у вас есть. Он здесь МВП в этом бою. Какой-никакой приличный хиллер. И если у вас есть еще хотя бы один флайер, то, конечно же, берите его с собой. Я беру Луну, потому что она у меня будет на фракционном бафе от Альтемуллера. Вообще, Альтемуллер очень сильно решает на этот бой. Советую им обзавестись. Есть еще вот такая возможность, например, попробовать Шерри, если она у вас прокачана. Она может работать на фракционном бафе от Ледина, например. Но я в этот раз пойду с Луной. Что надо знать? Во-первых, на мобах уже есть скилл вампиризм. На нас же босс накладывает его после первого хода. Поэтому имеет смысл, возможно, первый ход вообще простоять вне агрозоны. А уже после получения вампиризма, соответственно, бросаться в бой. Нет, все еще нет. Также, возможно, имеет смысл взять сюда Луну лучницей. Но я ее беру из-за того, что так проще окружить босса, потому что лучница никак с этим не поможет. У Леона есть преимущество против летунов, потому что на нем сейчас на Trinket Slayer's Emblem, который дает плюс 12% против летающих. Очень крутой Trinket, всем советую. Но это вообще лучший Trinket, возможно, для дамагеров. И на Альтемуллере, соответственно, тот же самый Trinket. Лиана выходит чуть вперед, чтобы приманить на себя атаку. А Леон чистит. Вполне возможно, что Альтемуллером можно бегать и летать и тоже всех бить, но мой достаточно слабый, у него всего 4 звезды. И даже несмотря на хороший шмот, он немножко еще не тянет. Вообще, Лиан идеальная приманка. Вот с этим скелетом стоит быть осторожнее, он довольно гадкий, потому что накладывает запрет хила. Вот, как сейчас.始めよう。ご命令を。人、思考、そして。準備完了です。行動スタート。了解。
Ну и, собственно, дальше остается только добить босса. Каждый раз, когда мы наносим урон боссу, босс вешает на нас баф и дебаф одновременно. Rage Dragon. Что он дает? 9 ходов. Он повышает входящий урон на 15%, а исходящий на 10%. И стакается. То есть, теоретически, мы будем умирать быстрее, но и босс будет умирать быстрее. Такой боедострый меч. Еще, возможно, стоит обратить внимание, что эта платформа за боссом, она достаточно большая. И туда, в принципе, если очень хочется, можно телепортнуть кого-нибудь. Желательно, конечно, конника, потому что у конников бонус против босса. Ну, это если совсем с летунами все плохо, конечно. Так летуны вполне отлично решают нужные задачи. Фракционный баф. Еще также стоит заметить, для тех, у кого урон не самый большой, а это, скорее всего, все, кто проходит здесь первый раз, на 10-м ходу босс входит в Enrage и увеличивает атаку что-то где-то на 200%. За этим надо следить. И где-то после 10-го раунда у вас остается один или два хода для того, чтобы вломиться в босса всем, что есть. Всеми вот этими настаканами. Плюс 10, плюс 10, плюс 10. И ваншотать его или хотя бы добивать, потому что, скорее всего, в обратной атаке он убьет всех, кто его атакует. Собственно, как-то так я его убила первый раз. У меня ворвался Леон, нанес последний удар и отключился. Всем удачи на прохождении этого босса, хорошего фарма. Я собираюсь бить его еще где-то раз 50. Все в надежде на Extreme Magic Bow. Или Uller Bow, которых у меня до сих пор нет. Всем хорошего лута, пока-пока.